Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проходить Dying Light 2, и нам говорят включить фонарик. В прошлой серии... Так, я сразу зашел, ничего не менял. Нам нужно поговорить... Ну как там, тап... Встретьтесь с Айтером. А как мне с ним встретиться? Я ничего не вижу. Так, там какие-то бандюки. Я бы их разложил, кстати. Ну ты чё, залезь. Пацаны, как к вам попасть? Ёптать. Слишком высоко. Я вообще-то Ctrl зажал. А для того, чтобы не убиться насмерть. Так, где Айтер? Айтер, ты где? А, даже так, хорошо. Да. Привет. Что тебе нужно? Мне не нравится то, что здесь происходит, Эйден. А сначала бандиты Джека и Джо убивают людей Карла. Теперь Софи готовится ответить. Ты ведь тут не замешан? Нет. Ты же сам сказал сблизиться с ними. Я собираюсь обыскать лагерь Софи и решил предупредить тебя. Пошли слухи. Ты нашел Лазаря. Они могут заподозрить, что ты шпион миротворцев. А, ты что, переживаешь за нас? А почему это может быть, может стать проблемой? Не похоже. По-моему, они рады любой помощи. Они так говорят. Но эти люди ненавидят нас, Эйден. И всех, кто на нас работает. Так что если они заподозрят... Особенно такие, как Софи. То мы их убьем. Я справлюсь. Лукас тоже так думал, и чем все закончилось. Конечно, проблема с этим, со здоровяком будет. Без куска шкуры. А, ты здесь, чтобы мне это сказать? Ты пришел сюда предупредить меня? Ты помог мне с Лазарем, а я забочусь о своих союзниках. Ну ты что-то тоже пиздоболишь. Софи просто нужна вода, и все. Вряд ли она что-то подозревает. Думаешь? Работа у нее она такая. Она ненавидит миротворцев. Винит нас в том, что мы не помогаем Базару и в смерти своей матери. Так что, когда мы начнем допрашивать ее людей, будь осторожен. Спасибо за совет. Есть что-нибудь по расследованию? Софи тоже хочет узнать, кто убил Лукаса. Ничего толкового. Они знают, что если мы докажем, что Лукаса убили они, будет бойня. Узнаю Софи, когда она планирует напасть. И будь на связи. А скорее всего, убил кто-то, не относящийся к Базару. Возможно, даже кто-то сам будь убил. Осторожен, Пилигрим. Так, встретиться с Тайдером, загляните на огонек. Так, где у нас огонек? Ну, пацаны, как... Я не совсем понимаю. Как до вас добраться? Ага. Так, туда ты не залезешь, высоковато тебе будет. Давай на крышу. Ага. Из крыши, получается, допрыгнем. Допрыгнем, у нас шифтанем. Не допрыгну! Блять. Но это способ быстро перемещаться. Нет. Вот видишь, в чем проблема? Я... Я сюда не шел, поэтому не могу понять, как вернуться назад. По этому зданию. По окнам можем залезть? Ну ты дурак. Прыгни вверх. Бля, он не цепляется там. Так, слезь. Кондёр. Ну. Ну хотя бы что-то, ладно. Чё-то ночью плохо. А, мне свет в окно светит. Так. Похоже, Софи здесь нет. Надо ее найти. Бонус ночного времени. Налет. А, погоди, а мне можно привет. С этим поговорить? По Софи? Поводу рации. Софи, да. Она пошла... Она сказала...
Она пошла туда. Точно! Спасибо. Подожди. Чё? Есть еще... Еще одна вещь. Какая? Что-то не так с... Не работает. С тобой разговаривать одна морока. Сломано, так что... Папа спрашивает, не сломана ли твоя рация? Сломана. Иногда она хрипит, но раз пока работает, лучше ее не трогать. Можно спросить? Да. Конечно. Зови меня Эйденом. Винченцо. Эйден, как ты стал пилигримом? Это значит, ты убийца? Винченцо! За тупой вопрос. Почему? Что ты? Да интересно ему. Пап, ну мне просто интересно. Вот. Ответишь мне, Эйден? Я не убийца, это слишком... не слишком интересно. Я не убийца. Возможно, мы поговорим об этом еще в другой раз. И спасибо, что предложили помочь с рацией. Как он увернулся. Пилигрим и Барни. Мне нравится. А что за знак? Если ты пришел узнать, есть ли у меня парень, его нет. Нет. Что не означает, что у тебя есть какой-то шанс. Его нет. Ты, блядь, дура? Если думаешь, что меня интересовало, есть ли у тебя парень, то это не так. Хотя, если ты передумаешь насчет моих шансов, я тоже мог бы передумать. Класс. Так в чем дело? Присмотри сегодня за Барни. У него на лбу написано «Большие неприятности». Ладно. Ебать, ты дурна. Здорово. Я здесь. Как твоя рация? Хорошо. Теперь работает? Иногда работает, иногда нет. Когда как. Сьюзи, Логан! Клянусь, я их порву на куски и сожру! Птичка! Ральф! За вас! Мне кажется, он в говно уже. Я вас люблю! Мы его точно с собой возьмем? Что дальше? Ты помнишь начало падения, Эйден? Нет. Смутно. А для меня, будто это было вчера. Какое-то время мы защищали церковь от зараженных. Моя мать командовала. Каждый день погибали десятки. Она помогала людям выжить, пока я присматривала за Барни. Она умоляла миротворцев о помощи, но им было все равно. Да нам тоже на самом деле. В конце концов, ее ранили. А вот причем Айтер сказал про то, что винит. Меня привели к ней на крышу резницы. Резница? Она увидела меня и заставила меня пообещать, что я присмотрю за братом. Она сказала это таким тоном, будто одалживала мне свою машину на вечер. После этого она назначила Карла своим преемником, а меня — его помощницей. «Ты вырастешь и станешь лидером лучше, чем Карл», — сказала она. «Но пока мир охвачен огнем, люди не станут слушать какую-то соплячку». Она ошибалась. Я тоже так всю жизнь думала. Но не сейчас. Сейчас я понимаю свою мать. Лидер должен быть безжалостным. А ты безжалостна? И тогда я не была готова. Я готова сейчас. А, то есть ты хочешь я сместить понимаю, Карла? О чем ты. И знаю, каково терять близких. Говоришь о ком-то конкретном? А Мия — это длинная история. Мои истории сейчас не так важны. Я понимаю. Я не рассказываю свою историю, а ты свою. Хорошо? Пожалуйста. Дело не в этом. Неужели? Ага. Это очень старая история. И вопросов в ней больше, чем ответов. Так вот, почему ты стал пилигримом. Чтобы найти ответы. Ты ведь не похож на преступника. По крайней мере, на мой взгляд. Это потому, что ты меня не знаешь. Софи, давай поговорим. Хамфри. Пора за дело. Да. Нельзя дать Джеку и Джо подготовиться. А что надо сделать-то? Эйден. Че? Эйден. Ох. Мы не с того начали. Глоток для храбрости. Может, тебе не стоит столько пить перед делом, Барни? Мне? У меня самая крепкая печень в Велидоре. О себе лучше думай, пилигрим. Где Софи? Вон там. На крыше. Она же только что в другую сторону я ушла. Я слежу за тобой. Следи, следи. Т-
Так, ты следишь за этим? Будет много крови. Но мы должны взять себя в руки. А чё, бля, подфризивает? Алло. Опять настройки графы поменялись? Окей. Нет, все нормально. Чё-то нельзя с ней поговорить. Ладно. Нам нужно вон туда к Софи. Мы сейчас прям отсюда. Будешь прятаться или помогать? Я тебе? Ну, типа, помогать. Миротворцы наблюдают за нами. Пусть смотрят, что будет с Джеком и Джо. И что может быть с ними. Ты сказала, что пришло время действовать. Мы действуем. Я отправила 3 разведчиков к лагерю. Карл и Кристаллы должны быть где-то в здании. И больше Кристаллы интересуют? Да хотя на Карла на эту тоже накакать. Лагерь бандитов. Подойдите к лагерю бандитов с помощью бинокля. Определите точки входа, местонахождение главаря лагеря и возможности оружия. Чтобы захватить лагерь бандитов, необходимо убить главаря лагеря, его лейтенантов и присвоить тотем лагеря. Когда вы захватите лагерь, то создадите безопасную зону и получите дополнительные награды, очки опыта, оружие, снаряжение и так далее. Охраны немного. Остальные, наверное, спят. В лагере можно попасть с нескольких сторон. Идти через главный ход самоубийства. Вот на территорию. Ты пойдешь первым. Мы зайдем с другой стороны. Возьмем их в клещи. Я не досмотрел. Если все пойдет не так, отступим на базу. Куда? В мотель Танго. В отель. Ты что меня запутала? Там главарь. Лагерь Джек и Джо. Ой, короче. Что у нас с старушкой? У нас праздник, а ты пиньята. Кто меня нашел? Тебя предупреждали, мудила. А ты кто? Что происходит? Это я так без... Как это... Без палева захожу. Где еще один? Так, там пацаны вон трутся. Я бы вам зомбарей привел побольше. Это главный вход? Скрытность. Здесь рекомендуется действовать скрытно. Нажмите Ctrl, чтобы присесть. Так, укромные места. Используйте предметы окружения, чтобы отвлечь врагов. Монеты, бутылки, кирпичи создают шум и привлекают внимание. Ну, как это воевать, я понял. Меняем план, Эйден. Они напали на наше убежище. Ой, бля, и что? Кто? Софи! Там мои люди. Найди Карла. Спаси его и забери наши кристаллы. Живо! Ты видишь, сделаю, что смогу. Ты видишь, какие пидорасы? Напали на них. Они специально меня сюда затащили. Мне надо чувака с горном завалить. Воин? Ты дурак? Бля, он застрял. Давай с этой походим. Ладно. Мы, наверное, потом, да, смотрим все. Я на самом деле не верю, что у меня получится по стелсу пройти. Но мы попробуем. Мы попробуем, вдруг получится. Копье.
там чувак в кустах сидел? Он, наверное, должен был на крик прибежать. Тут никого. Ты что так неожиданно вышел? Здесь просто кошмар. Мне как? Мне куда-то наверх надо. Ну пошли, пошли, ладно. А ну давай, не фрезяй. Мне в это здание надо добраться, поэтому... Воин один. Во, опять. Вот чё ты... Ты чё тут сидишь? Как бы тебя... Ай. Ща. Ага, он ушел. Бля, как вас много. Так, до кустов. Сейчас этот уйдет назад, мы залезем по лестнице и звонаря завалим. А там уж по обстановке. А, ну и по тросу спустимся. Не обязательно же всех валить. Так, он ушел. Так не шуми. Ага, привет. Удерживайте, вывести сведения. Убейте главаря. Да сейчас убью, чё? Чё орать-то? Встань. Да чего ж тупые эти поручения, а? Пиздец. Согласен. А я ещё выше могу, а мне не надо выше. Вот тут трос. И мне куда-то туда. Ага. Бандит, лейтенант. Петров! Я? Это что? Что за херня? Не помню, чтобы я тебя сюда приглашал, засранец. Бля, пиздец мне, да? Ну будем отбиваться, чё? А как мне от них отбиваться? Они сюда залезут? Попробую вернуться. Здесь, вон здесь. Нравится тебе, педрила? Да, а тебе? Погнали. Погнали. И дурак. Как оно нравится, хуйгло? Неплохо. Да упади ты, блядь. Я знаю. Никакой пощады. Так этого надо завалить и потом в здание зайти. Твоя смерть пришла. Мочи его. От меня не уйти, бля. Нормально. Да ладно, он не сильный. Ага. Я? Держи, отдыхай. Этого обобрать. Что-нибудь интересное. Так, пацаны, давай. Бля, тихо. Тихо. Фух.
Неплохо. Подхилимся. Так, мне внутрь наверняка идти. Здесь что-нибудь есть? А, взломать. Тяжело. Тяжело взломать. Конечно, тяжело взломать, если нет. Если нет замка. Что-то я перевел лешка. Сука, вставляй. Так, еще раз. Отлично. Так, ой, как хорошо. Молотов. И нам нужно аптечки все-таки сделать. У нас нет больше. У нас есть большая аптечка, но я не буду ее делать. Я сделаю вот этих. Наверное, штуки 4 опять сделаю. Пусть будет 5, хорошо. А, вещь. Так. Это сюда встало. Теперь молотов оставляем, аптечки оставляем. Ой, как хорошо, как хорошо. Метательные ножи. Здесь что? Шмотки. Стрел, глянь. А лук у вас тут нет, случайно? Вроде все собрали, что тут было. Так, валим. А с другой стороны что-то есть. Что такое? Это открыть ворот, видимо. Это как так работает? Все? Лагерь Джека и Джо. А, это только лагерь Джека и Джо. Итак, что мы можем по ХПшке? Мощная атака. Мощная отталкивающая. Давай пока что... 160 здоровья у меня. 220. Давай пока с ингибиторами разберемся, пока очко боя оставим. Освободите Карла. А где? Да навыки я понял, отстанет. Внутри водонапорной башни. Браво, Пилигрим. Ужасы. Ринвуды. А все, типа, я все уже? Мы благодарим тебя. Запомни, Пилигрим. Ринвуды. А что такое? Сигареты. То есть то, что было снаружи, я уже не оберу, да? Печально. Ничего нет. Что-то как-то легко было. Я думал, мы сейчас этого атакуем, потом пойдем дальше и будем уже с этими Джеком и Джо сражаться. Пилигрим, где все остальные? А их всех убили. На них напали. Где кристаллы? Вон там. Свяжись с Софи. Скорее. Зачем? Связываюсь. Для чего? Точнее, я уже связался. Софи? Карл со мной. Он в порядке. Что с парнями? Софи? Софи, ты меня слышишь? Ее убили. Ты должен помочь им. А где Джек и Джо? Где Джек и Джо? Они сбежали, как только услышали шум. Я не знаю, что они задумали. Сказали, что будут ждать подкрепления. Какое подкрепление? Точно не знаю. Джо говорил о ренегатах, бывших военных, чья база на дамбе на другом конце города. В последнее время их видели на базаре.
А куда мне идти? Куда мне идти? На базар? Модель Танго. Там убежище Софи. Беги. Быстрее! Не-не-не-не, подожди, тут кристалл. Не могу поверить, что меня так одурачили. Ты же сказал, здесь кристаллы. Короче, я делаю следующие выводы. Скорее всего, этот Карл и виноват. Рот закрой. И виноват в этом всем. Почему? Потому что, очевидно, Софи хочет власть сменить. Этого Карла сместить. А он договорился с этим Джеком и Джо, чтобы организовать свое нападение, потому что он знал, что фонарик выключить. Знал, что за ним придут, и, короче, все это через одно место пройдет. Окей, пошли. Там зараженная зона, нам туда нельзя никаким образом соваться. Отстаньте, пацаны. Тут очень важное дело, я типа бегу спасать Софи. Хотя на самом деле... я не... Где? 31 метр... 25 метров. То есть здесь, в этом же здании. Эйден, я слышал какой-то шум в лагере Джека и Джо. Это еще не все, Хакон. На убежище Софи и Барни напали. Возможно, миротворцы. Черт. Не забывай, зачем мы здесь, Эйден. Мы должны попасть в центр Луп, а не ввязываться в местные разборки. Во-во-во, я о том же в прошлый раз не говорил. Лезь туда. Вернись к метро. Мы расскажем Айтору, что знаем. Может, он нас пропустит. Так, пойду к Айтору, пойду встречусь с Софи. Пойдем встретимся с Софи. Я должен идти, Хакон. Я обещал помочь Софи. Кроме того, это единственный способ узнать правду. Ладно, на связи. Давай, ну не будем как крыся. Я хоть и сказал, что типа будем, но мы же ничего не выяснили. И опять мы придем к Айтору, и он скажет, и чё? Чё вы, блядь, пришли-то? Мы договаривались о чем? О том, что ты узнаешь, кто убил этого Лукаса. Сейчас будет махла. Так, чё, всех убили? Чёрт, я опоздал. Софи! Барни! Ты здесь? Софи? Софи, ответь! Так, для начала лутаемся. Всё нам надо. Так, как это... Охеренно вы сделали, ребята. Хорошо. Тут что-то много всего я вижу. Здесь монетки. Ничего полезного. Гульдена. Ну. С этой стороны вроде бы все. О, оружка. Давай пока что... Что-нибудь вот такое возьмем, похер. Где вот он? Где-нибудь дальше? Ага. Это я и не заметил. Где-то тут он должен быть. Нам как раз нужен контейнер с ингибиторами. 10 метров. Уходим от него. А, он здесь, на этаже. Туда пока пройти не могу, сюда. А чё, всех убили? Короче, как всегда, вот эта вот грызня за власть, а мы должны что-то с кем-то разбираться. Надо было валить тут нахер. Туда мы не пройдем. Надо будет сейчас Софи, по балкону. Какого чёрта тут творится? Ответь! Да её убили. Либо она всё с это подставила. То есть нам вот таким кругом идти. Так, как? Отлично. Туда и туда. Ну, как я и говорил. А это что такое? Отойди. Это лестница. Нам дальше для среза понадобится. Ой, там как много всего. Заходим, получается, в дверь. Где ингибитор? Отлично, мы его нашли. Надо хпшку прокачать. Да, хорошо, можем улучшить.
Так, давай тогда качаем хпшку. И что у нас имеется? Блокируйте летящие у вас снаряды. Неплохо, но не факт, что нужно. Быстро расправляйтесь с врагами, не подозревающими об опасности. Во время блокирования протараньте врага и повалите его на землю. Зачем? Непонятно. Это из лука стрельба. Бля, зря что ли качал. Давай вот парирование вставим. Окей. А как туда попасть? Тут глянь, какой хороший лутецкий. Бар. Может быть, какой-то другой стороны заход? Сейф пустой. Сейф-то пустой. Так, рация. Нам куда-то сюда. Так. А, вон туда надо сходить. Я понял, а как сюда-то попасть? Отсюда мы никак не зайдем закрыто. Вон оттуда. А вот тут нет прохода? Нету, нету. А здесь? Может быть, как-то через крышу? Ладно, короче. Дольше будем бегать. Хотя тут, наверное, в этом и есть смысл игры. Итак, рация. Это миротворец, да? Это Эйден. Твои люди мертвы. Вот черт. Проклятье, Эйден. А ты начинал мне нравиться. Ты привел сюда миротворцев. Не. Я помогал вам. Ты предал нас. Придется тебя убить. Ура! Наконец-то тебе можно щит разбить. А нам помогал по ходу пьесы. Чего вы ждете? Не знаете, что делать? Блять, с вами драться, да? Барни! Барни, стой! Можно с Барни подраться? Пацан, ты дымишься. От меня не уйдешь, говна! И это все? Да. Нравится, а? Тебе некуда бежать. Еще один. Поиграем. Отстаньте. Отстаньте от меня, блядь. Все? Хорошо. Я думал... Короче, оружку можно вообще не качать, да? Я так понимаю. Бегаешь просто как с какой-то серой и отрубаешь им вон бошки. Во-первых, надо все осмотреть. Это все нам надо. Здесь что? Закрыть. Теперь знает какой-то еще один проход. Ой, мед. Прикольно. На крыше ромашки. А что такое? Это подхиливает, что ли? Воды нет? Короче, ладно, пошли. Блять!
Так и знал. Я ищу Софию! София! Проклятие! Ты здесь ни при чем, Герман! Не мешай мне! То есть от него не получится побег. Блядки гризли! Давай! Давай! Ебать, приложил. Это как так? Герман, сдавайся! Дай мне поговорить с Софи! Все. Я думал, все будет сложней. Дурак, блядь. Где? Вот. Так, нам сюда, да? Закрыл. Лови. Я всегда вовремя, да? Спасибо, Хакон. А как мне туда залезть? А, все понял. Да, выносливость вполне нормально хватает. А ты где? Ну спасибо, спасибо. Ты был прав, надо было Барни, валить отсюда. Найди Барни. Говорить. Откуда ты взялся? Шестое чувство, парень. Я знал, что ты угодишь в беду. Барни хотел убить тебя. Значит, ему есть что скрывать. О Лукасе, например, или что похуже. Ты о чем? Убийство командира. Теперь захват водонапорной башни. Это не совпадение, Эйден. Барни давно хотел выйти из тени своей сестры и освободить Велидор от миротворцев. Я попытаюсь найти его. Будь осторожен. Я предупрежу Айтера. Будем на связи. Короче, чё-то теперь я Хакону не верю. Он появляется ни с того, ни с сего. Куда-то потом постоянно пропадает, а потом Барни, типа... выходи! Вот сюда можно. Давай же! Я найду тебя! Всё. Если вежливо попросишь, то? Стрельну в голову. А если нет, будешь умирать долго и мучительно. Ну? Это ты умрешь, Барни. Ты должен был остановить его, а не убивать. Дай мне оружие. Дай его мне, брат. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Это твоя благодарность. Смерть, благодарность предателю. Ты не сказал, что работаешь на Айтера. Я работаю не на Айтера, а на себя. Здесь нельзя встать в стороне, Эйден. Мы боремся за выживание. Без воды весь базар умрет меньше, чем через месяц. А миротворцы нам не помогут. Прямо как когда умирала моя мама. Они просто сидели и смотрели. Оказывается, ты один из них. Тебе на нас плевать. Скажи мне, почему я не должна тебя убивать? Софи, стреляй! Чего ты ждешь? Можешь попробовать, но... мы нужны друг другу. Потому что мы можем помочь друг другу. Кто убил Лукаса? Он думает, что мы? Софи, скажи мне, это вы сделали? Нет. Софи, хватит! Какое тебе дело до этого убийцы? Что тебе пообещал Айтер? Что ты можешь рассказать мне о Лукасе? Если это не вы, то кто же его убил? Мне самой интересно. Это точно не мои люди. Если найдешь его, скажи нам. Хочу обнять его. Лукас заслужил смерть. Давно напрашивался. Нам не было смысла его убивать. У нас был свой план, как избавиться от миротворцев. А, я должен найти убийцу, чтобы меня пропустили в центр. Айтер пропустит меня в центр в обмен на мою помощь. И ты ему веришь? Просто так? Он не пытался меня убить. Но ты его и не предавал. А я ведь тоже могу помочь. Пройти в центр? Помоги нам с водой. И я лично отведу тебя в центр. Во-первых, я вас не предавал. Я помогаю расследовать убийства. Это разные вещи. А насчет центра? Разве миротворцы не перекрыли все проходы?
Есть другой путь. Ты думаешь, я снова тебе поверю? Мы нужны друг другу. Ты не сказал нам, что ты с миротворцами. Вот мы и сделали выводы. Ситуация на грани взрыва, и нужно быть начеку. Ты пыталась убить меня, Софи. Клянусь памятью птички, Сьюзи, Логана, Ральфа и Германа, я клянусь. Если поможешь нам, мы отведем тебя в центр. Ты поможешь? Бля, а чё, прям выбирать надо? Бля, ну ладно. О, я помогу, ладно. Хорошо. Какой план? Джек и Джо сбежали. У нас есть шанс захватить башню и наконец вернуть воду. Пока ее не захватил Айтер. Мы разберемся с миротворцами и сразу же доставим тебя в центр. Но сперва нам нужно дать людям воду. Как попасть в башню? Это почти невозможно без лебедки. А люди Джо перекрыли вход. Поэтому я и прошу тебя. Да? Забраться туда? Если ты это сделаешь, ты многих спасешь, Эйден. Мы этого не забудем. А можно мне туда зайти? Там много всего интересного и ценного лежит. Наверное. Поспешил с выводами. Но в целом... Куда идти-то? Идти вот туда. Так, давай вот куда-нибудь... Туда залезем. Сегодня будет покороче серия. Потому что... Вот. Соответственно... Колючая проволока, отлично, все как надо. Я ее, бля, сразу не заметил, конечно же. Потому что надо подумать, обдумать. Бля, ну переиграть мы уже, конечно же, не переиграем. Соответственно, надо уже идти. Ну просто я подумал о том, что в принципе Айтер-то нам тоже не друг, и похеру в целом-то на него. Вот. Ну хер его, короче, знает. Да и они тоже, блядь. С другой стороны, сейчас нормально поговорили. Я просто подумал о том, что я, типа, не стану вам помогать. Мы придем туда к Айтеру, он скажет, ах ты говно. И надо тебя убить. Потому что я тебе ничего не обещал. Водонапорная башня. Он сейчас тоже, конечно, нас обозлится. Все вот эти дела. Кажется, ты мне пообещал. Вообще не надо было связываться, как Хакон говорил, бежать. Хотя у Хакон тоже, видимо, рыльца в пушку. Темное пространство. Мне наверх, мне не надо пока темное пространство. Это все очень интересно. Вот сюда. Тут тоже какой-то заход, да? Или через верх? А, ну это, видимо, ночью махаться. Окей. И все-таки... Эйден, ай. Как успехи? Похоже, бандиты сбежали с водонапорки. Здесь никого нет. Софи говорит, когда я помогу им вернуть воду, она покажет мне еще один проход в Central Loop. Это хорошо. Она здесь выросла и знает каждый уголок даже лучше, чем таксисты. Но поосторожнее с Джо, Эйден. Парень клоун, но он опасен. Не думаю, что он просто сбежит. Да? А мы куда идем? Рядом контейнер с ингибиторами. Выше, чем я думал. Так, зомбаки тут сторожат, охраняют. Ну все-таки давай, залезем туда. Черт. Что такое? Бля, пацаны, вы что? Хуели днем на меня нападать? Теперь этих убивать, потому что не дадут спокойно взломать. Иди на кухню. Блять, идут. Ладно, давай попробуем по-быстрому открыть. Вообще не дадут жить спокойно.
И ты иди на шипы. Все, идите здесь, блядь. Все, можно открыть. Отличненько. Софи, Джек и Джо в башне хотят ее взорвать. О боже, если они это сделают, у нас не будет воды. Давай, Эйден, башня заминирована. Попробуй обезвредить заряды. А таймер же нет, таймера? Там еще браслет. Так, если таймера нет, то все в целом-то и неплохо. А, во, обезвредить. Все? И что дальше делать? Наверх лезть. А, видимо, заряд не один. Здесь. Отсюда как-то. Ты нас убьешь. Мы живыми не уйдем. Никто не уйдет. Дай мне детонатор, Джек. Нет, мы хотели собирать тайну. Только и всего. Джек, дай сюда. Они это заслужили. Они умрут. Джек, предупреждаю! Где? Готово. Вода спасена. Так, осталось пацанов загасить. Таки получилось. А вы где? А, во. Опен. С базара или миротворцы? Чел, стой спуститься, нас схватят! Молчи. Нет, все просрали. Просрали. Всех нам не одолеть. Поэтому пора устроить фейерверк. Никто не уйдет живым. Джо, я не хочу умирать, придурок! Эй, кто здесь? Стой! Или мы взорвем эту сраную башню, клянусь! Уже нет. Драться, договориться. Ты проиграл. Бросьте, давай драться. Вы этого не сделаете. Не слушай его, Джек. Это конец. В пизду все. Не знаю. Мне страшно. Джо, подожди. Джо, это не тот пилигрим, что недавно появился на базаре? Да похуй. Хоть папа римский. Какая разница? Не понимаешь? Если он пилигрим, он может нас вытащить, вывести из города в безопасное место.
Я не верю этому Хуиле. Ты никому не веришь. Я просил тебя уладить все по-хорошему с Барни. Послушай меня хоть раз, блевать! Уладить по-хорошему с Барни? Нахера? Чтобы он свалил с базара! После того, что мы узнали от миротворцев. О чем? Мы предупредили этого ебаната, дали возможность сбежать, но он решил, что умнее всех. Ну-ка, говори. Предупредили? О чем? Ну, что Лукас готовился арестовать его за оружие, и не только. Он неделями готовил для него ловушку. Но вместо того, чтобы по-тихому свалить отсюда, Барни попытался всех переиграть. Так Барни знал, что Лукас идет за ним? Придурок хотел начать войну в старом Виллидоре. А нам это все нахер было не нужно! Деньги, кристаллы — это другое дело. Поэтому я пытался прикончить этого психа и его сестричку! Ну, Пилигрим, выведешь нас из города или как? Успокойся, Джо! Сам, блядь, успокойся! Выведи нас из города, Пилигрим, в ближайшее поселение, и никто не погибнет. А, я не стану вам помогать, я помогу вам. В целом-то вы ничего такого не сделали. Ну, давай помогу, я похер. Я могу вывести вас из города, но мне нужно уладить кое-какие дела. Спрячьтесь и ждите. Звучит очень рисково. Кто не рискует? Он врет, Джек. Выхода нет. Сука! Мне это не нравится. Блять, я не... Ладно. Мы будем ждать в туннелях около мотеля Танго. Как доберемся, подадим сигнал. Разумно. А теперь отдай детонатор, Джек. Ну, то есть мы сейчас им помогли с водой, но мы знаем, что Брательникову виноват. Да зачем с ним драться лишний раз? Все, а это, обираем все. И потихонечку заканчиваем, потому что... Так, это бутылки-то все нахуй не надо. Так, иди отсюда. Здесь какая-то запись, кассета. Объект. Ну что, Эйден, ты же умный. Решай, кому достанется вода. А что, нужно решать, кому достанется вода? Распределение города. Когда вы отдадите объект миротворцам или выжившим? Короче, не-не-не, я понял, о чем идет речь. Можно я отсюда выйду? Короче, давай так, оставим до следующего раза, пока ничего никому не буду распределять. На этом на сегодня все. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК, делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.